Привитос Амигос, ну вот и завезли на ПТС десятки. И несмотря на то, что они бороздят гуслями просторы тестового сервера всего полдня, и по сути они являются лишь предварительными своими версиями, у некоторых бомбит так, будто они где-то в казино делали ставки на то, какими эти танки будут. Бомбеж вызвал отнюдь не леопард, у которого между башней и корпусом такая здоровая щель, что не то что снарядом пробить, а можно просто подойти и дать по морде мехводу. И не польская курва, которая сделана, судя по всему, из сплава когтей Росомахи и щита Капитана Америки и не пробивается в нижний лист даже самыми лютыми орудиями, хотя и является легким танком. Конкретный резонанс вызвал объект всероссийского ФАПа танк Т-14 «Армата». Опережу тебя сразу, мой маленький хейтер, я живу в России, всю жизнь в ней жил и знаю, о чем говорю, сам на «Армату» несколько раз штык натачивал. Ну так вот, уже завтра выйдет очень много видосов от всевозможных вододелов, и многие из них будут говорить о том, что «Армата» им будет, что пушкой надо нерфить. В то время как простой люд в чате игры, да в комментах под стримами разработчика и не только их, пишут о том, что «Армата» — это грёбаное корыто, сраное ведро, покупать его не стоит, я удаляю игру. Конец цитаты. Короче, я решил за хрен енота не тянуть и обрисовать ситуацию так, как я ее вижу. Во-первых, я уже говорил, что вот десяток в игру призван эрогировать онлайн, который в последнее время обмяк и упал. Так сказать, возбудить у общественности интерес. Также я уже очень давно говорил, что существует некая опасность в плане ввода десятых левелов, что если, не дай бог, самый былинный на сегодняшний день танк Российской Федерации и, наверное, мира, распиаренный Министерством обороны так, будто он умеет превращаться в робота и самостоятельно мыслить, так вот, если это конструкторское совершенство и плод гения гигантов мысли по какой-то причине в этой игре целевой аудитории не понравится, будет беда. Разработчик уже давно предупреждал, что «Армата» будет забалансирована, что в игре суперимбующего танка не будет. И вот тут-то и начинается самое интересное. Разрабы запилили в игру «Армату», что называется, Maximum Edition, то есть у нее стоит 152-миллиметровый дрын, который пробивает все живое и наносит просто чудовищную альфу от косаря примерно и выше, и от 700 и выше, если вы попали в какой-то необитаемый модуль. В принципе, то, что у отечественной ветки в игре самые сильные стволы, это своего рода традиция. Однако Министерство обороны Российской Федерации пиарило танк «Армату» таким образом, что как раз таки от орудия никто чудес не ждал. Ждали чудес именно от брони, что на «Армате», дескать, только разве что силовые поля не стоят. Но и без них все, что летит в сторону танка, сбивает комплекс активной защиты «Афганит». А если и не сбивает, то броня «Арматы» рассчитана на попадание вообще любых видов снарядов, кроме ядерных бомб и ракет, существующих в мире. Плюс ко всему экипаж сидит в специальной бронекапсуле, башня необитаемая. И даже если в нее захочет залететь какой-нибудь комар или запрыгнуть какая-нибудь мандавошка, она будет тут же убита автоматически сенсорной мухобойкой. И вот тут разработчики и игроки друг друга вообще не поняли. Как я уже сказал, «Армате» дали имбоствол и при этом обещали ее забалансить. Тут я почему-то вспомнил сцену из фильма «В погоне за счастьем», где Уилла Смита спросили: а что бы вы сказали, если бы мы взяли на работу в нашу серьезную компанию человека, который пришел на собеседование без пиджака? На что Уилл Смит ответил: видимо, на нем были чертовски охрененные брюки. Ну так вот, разработчик забалансил имбующий ствол «Арматы» как раз таки именно броней. «Армата» замечательно пробивается и имеет очень малое для своих размеров количество жизней. Для сравнения, легкий танк Made in Польша имеет столько же здоровья, только его хрен пробьешь. «Армата» же частичный урон пропускает прямо в оптику на башне, а частичный урон в «Армату» от другой «Арматы» — это 700 и выше. Также она пробивается в нижний край нижнего листа, ну и в люки, разумеется. Ну так вот, план разработчиков возбудить интерес, по-видимому, сработал, и в игру вернулись те, кто из нее уходил. Уходил, когда еще в игре царил пиксель-хантинг. Вот они вернулись, сели на непобедимую по версии Министерства Российской обороны «Армату» и поехали в атаку нагибать. Сегодня, мне кажется, только ленивый вододел не набил на «Армате» 10 тысяч дамага. «Хантрес» при мне настрелял что-то около 15. Но, по моим ощущениям, сегодня на ПТСе примерно половина людей вообще не понимала, где она находится. К
Короче говоря, происходила аннигиляция целевой аудитории игры, на глазах у которой армата может и имбовала стволом, но совершенно не имбовала броней, что идет в абсолютнейший разрез со всеми представлениями людей об этом танке. Мне кажется, большинство предложений по армате сведутся к тому, что ей нужно занерфить дамаг что-то в районе 1000, а может быть и меньше, ну и апнуть здоровье, потому что она здоровенная лохань со здоровенными дырами и не должна так быстро дохнуть. Я же в свою очередь хотел бы предложить более радикальный вариант, такой как вообще не давать армате 152-мм ствол. Поставить ей замечательную 125-мм пушку, да, она не будет дамажить так, как 140-мм орудие натовских танков, но она будет точная, она будет немножко скорострельная, естественно, броню армате зашить по этому поводу, чтобы в башню дамаг проходил, ну, от силы где-нибудь треть. Потому что, по легенде с первого канала, за этим прибором, в который сейчас армата пробивается, в башне находится пустота, там вообще ничего нет. Кто-то наверняка скажет, что это неисторично. Но тогда для историчности давайте дадим 152-мм снаряду избыточное пробитие в метр брони. А ведь 152-мм орудие — это не только отличный бобс, но и нехреновые такие фугасы, которые иной раз с вертухана долбосят ничуть не слабже, а иногда даже сильнее, чем ББшка. А кроме них существует еще и два вида ПТУРов, которые тоже совсем-совсем не хреновые. А англичане, судя по всему, как раз-таки до сих пор КАЗ и не изобрели для своего пышущего здоровьем Челленджера 2, у которого благодаря этому, в свою очередь, есть отличный шанс выхватить от арматы ПТУР на полторашку. И вот за эти чудовищные по меркам игры цифры армата и расплатилась своей броней, став при этом очередным прекрасным танком 2-й, 3-й, 5-й и так далее линии. В итоге статисты в экстазе, целевая аудитория в шоке. Не знаю и не могу знать, что в итоге решит разработчик игры. Думаю, что сейчас начнется занимательная математика, где цифры дамага и здоровья арматы будут вертеть и так, и эдак. Сильно сомневаюсь, что 152-мм дрын уберут, но втайне надеюсь, что 125-мм пушка станет хоть немного с ним конкурентна, потому что сейчас у нее примерно та же точность, примерно та же скорострельность, примерно то же ведение, просто более говенный дамаг и более говенное пробитие. Вообще ствол арматы на данный момент на 50% дамажнее любого другого орудия ОБТ в игре. При этом перезарядка у всех стволов примерно одинаковая, у арматы просто чуть похуже с точностью, ну и сведение за 3 секунды переваливает. Короче, к чему я веду? К тому, что все истерики на данный момент крайне преждевременны. Дождитесь выхода десяток на основу. ПТС для того и существует, что с него собирают данные, и на основе этих данных уже машины окончательно балансируют. Ну и разработчику, в свою очередь, тоже неплохо было бы знать, чего основная целевая аудитория от него хочет. Короче говоря, армата своим существованием сделала разработчика заложником ситуации. С одной стороны, это танк больших размеров, который обязан иметь большое количество жизней. Танк, на который установили таки на заводе 152-мм орудие, которое обязано аннигилировать все живое. Танк, на котором стоят все виды возможной защиты, аэрозоли, дымы, казы. И при этом он еще и носится 90 км в час по пересеченке. Можно целый конкурс объявлять на тему, каким образом лучше забалансить Т-14 и очередную модификацию Абрамса, и очередную модификацию Челленджера, ну и очередную модификацию Леопарда, само собой. Вот я считаю, тут главное не впадать в крайности. Ну а что решит разработчик, мы узнаем, когда десятки выйдут на основной сервер. Армата в игре еще даже дня не находится, так что хватит верещать раньше времени. Собственно, у меня на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое.